Акцию «Социальный случай» организовала мэрия курорта совместно с поликлиникой номер 2 и Сочинским государственным цирком. Пока взрослые проходили осмотры у врачей, малыши смотрели представления. Сама же акция проходит с целью профилактики наиболее распространенных заболеваний, особенно в отдаленных районах. Пациент пришел и может сразу же непосредственно прийти, сдать экспресс-анализ крови, определить уровень холестерина, глюкозы в крови. Может сразу же зайти на ЭКГ, посмотреть, как работает его сердце, попасть к врачу, неврологу, кардиологу, терапевту, хирургу. С нами также в этих акциях участвует врач-онколог. После, скажем так, такого осмотра у пациента складывается уже картина его здоровья. Также в данный момент проводится всеобщая диспансеризация, то есть выявление хронических неинфекционных заболеваний. Ближайшая к селу Голицыно поликлиника находится в 19 километрах. Пожилым людям добраться до нее сложно. Именно поэтому и был разработан такой социальный проект. Получение консультации врачей по системе одного окна без записи и очередей – отличная альтернатива диспансеризации. При этом возможность выявить заболевание на ранней стадии в большинстве случаев позволяет добиться полного выздоровления или стойкой ремиссии. Чем раньше мы выявим проблему, тем быстрее мы сможем эту проблему решить. То есть, когда уже случай запущенный, то есть это естественно, это и финансовые траты для пациента, потому что нужно соблюдать какие-то определенные правила, принимать лекарства, которые сейчас не совсем все дешевые. То же самое с холестерином. На ранних стадиях мы не можем его почувствовать, этот уровень холестерина. А уже когда идет высокий уровень холестерина, то есть там возникают другие проблемы, то есть типа инсульта, инфаркта. Поэтому это очень важно на ранней диагностике. В Голицыно живут более 800 человек. В акции приняли участие 46 сельчан. Я прошла всех врачей, всех абсолютно. Акция очень полезная, очень нужная. Для пенсионеров тем более, не ехать в город куда-то не надо. На автобус, час езды, а здесь очень, очень нужная акция. Помимо медосмотра, жители села смогли в этот день задать вопросы представителям управления соцзащиты и пенсионного фонда. Акция «Социальный Сочи» будет проходить регулярно во всех отдаленных населенных пунктах города. Следующая по плану пройдет 21 марта в селе Бестужевское. Ольга Десятова, Инга Габеша, телекомпания ФКТ.